пляжный бардак. Смотри, была это. Я снимала видео идеальной чистой комнаты. Наши панамы. Взяла 25 штук, ношу одну. Владик. Никанор. Папуся. Папуся. Папуся у нас не очень любит сниматься. Я не знаю эту женщину. Папуся. Кто эта женщина? Я не знаю. Ну. Ну. Пусть тебя зрители увидят, как ты боишься камеры. Я никого не боюсь. Ну ты же такой большой. Я никого не боюсь. Ну, в общем, вот так вот живем. Некогда убирать, честно, море. Отдых, все. Берем сейчас свои все снаряжения. Палатку берем? Берем палатку. Берем полотенце. Полотенце. Вот ты всегда его забывала. Я возьму, да. Берем. Не, ну правда, Лень понабирала сколько этих панам. И одеваю одну. Но. На лицо наношу защиту. Защиту 50 обязательно. Потому что, ну, лицом стараюсь не загорать. Это у меня столько вот всего косметики. Потом покажу, что я с собой брала. Если. Вот это все наша косметика. Будем брать колонку. Может, музыку послушаем. Здесь у меня тоже защита. 30-35 это для Никанора. Это для меня. Кстати, очень классный вот это вот для загара. Никанор, лопатку берешь? Так. Ведро. И 25 защита. В общем, на все случаи жизни. Телефон. Телефоны вы оставляете, я беру свой. Берем подстилку. Такая вот у нас подстилка. Очень удобная, классная, в сумочку складывается. Никанор. Берем аквашузы Никанора. Водичку бери. Ой, боже мой. Бардак, капец. Ну, на уборку мы как-то не паримся, время не тратим. Мы отдыхаем. Сколько нам? 2 дня, да, осталось? Да мы уже 20 дней здесь. Неплохо. Почти. Ну, вот да так. Так. Пистолет вот мне нужен? А что, брат, можешь постоять? Одеваю такую сетку, очень удобная. Так, очки. Очки Никанора. Блин, капец. А где твои очки? И взяла себе вот такие вот большие очки. Сделала недавно брови. И нужно их защищать от солнца. Короче, беру вот такие вот очки большие. Все, пляжники готовы, идем на море. Сланцы мои. Ой, мы тут понабирали. А? Ой, как красиво. Ой, какие пузырьки классные. Да не дергай, не дергай. Ну то возьми с собой, на море позапускай. Давай, на море попускаем. Давай. А где вторая? Там две же были. Ладно, пошлите. Полотенце Влад взял. Взял, взял. Палатку. Папа, окно закроешь? Окно. Здесь комнату уже освободили. Вон, женщина убирает, готовит для следующих посетителей. Бери круги. Ну, сервис, я спать не. Да вообще. Сервис на высшем. Не, папа возьмет. Тут получается с этой стороны 3 домика. Ну, 3 комнаты. Ну возьми. Никанор вооружен. Пошли. Все, идем на море.
Где там Влад идет? Здесь продают круги возле нашего пансионата. Такие всякие для малышни. Ну и не только. Вот это красивый дельфин. Крема для загара, от загара, против загара. Там вот бабушка продает, у нее свои фрукты, овощи вкусные. Здесь вон магазинчик. Магазинов много. Только возле нас тут три магазина. Рыбка соленая, балык. А тут тоже вон рыбка, креветки. Для машины, да? Такое корыто. Магазин «Чайка», «Универсам», прям, слышь. Магазин просроченных товаров. Да, кстати, здесь магазин просроченных товаров. Надо было камеру взять, поснимать. Здесь йогурты штук 10 сегодня нашли просроченных. Колбасу вернули. Ну, в общем, впихивают все пьяным туристам. Да. Да. Влад. Владик, он идет сзади, смотри. Посмотри на бублик этот, Влад. У тебя этот круг, капец. Вот кусок арбуза, что-то здоровенный. Я говорю, мы прошли магазин вот этот, просроченных товаров. Я понял, да. Понял? Магазин просроченных товаров. Да. Новое название. Ну, я же говорю, для пьяных туристов. Здесь вот тоже хороший пансионат. Пансионат называется «Чайка». Вот этот. Есть такой. Бассейн. Да, там бассейн. Ну, здесь подороже, но классный такой. Потом здесь вот идет корпусные такие, ну, эти комнаты. А вот здесь вот отдельно стоящие домики. Мне, кстати, вот тут вот понравилось. Но тут подороже все стоит. Машин очень так прилично. Вообще этот год, конечно, да, такой. Они должны, конечно, вывод сделать, да, с такого года и привести в порядок. Это Миликино. Здесь этот находится. Здесь находится кинотеатр. Влад, видел? Да. Вон там вот кинотеатр. Да. Это от «Чайки». Музыка. Вон там вот кинотеатр. А вот фильмы, которые... Веном! Вот эти. Веном. «Путешествие 2». Это «Веном». «Веном», да. Он заражает всех людей. Да? Коронавирусом. Коронавирусом. И это наша дорога на море. Что, сегодня опять ветер, да? Осталось последние деньки, аж так как-то не хочется уезжать. Так время летит быстро. Слышно уже шум моря. Ой, класс. Что, туда пойдем, да? Людишки сидят. Людей много. Волны сегодня опять. Блин, смотри, опять волны, а. Ладно, сейчас будем уже расстилаться. Вот такая очень удобная палатка. И, опа, удобная вот эта заслонка от ветра, да? Ага. Защищает вообще классно. Причем у нас в Украине вообще ни у кого таких нет. Почему-то не распространено это. Ну, на весь пляж, да, здесь нет. Это мы с тобой привозили с Польши. Не, я вообще нигде не видел. Никуда. Не видел? Так, ну, так вот что за что это изобрели где-то там? Где-то там. Немецы. Ну, видишь, на Балтийском море все сидят с такими заслонками. Надо положить там. Потому что от ветра хорошо. Пузя, у нас сдулся круг. Все, да?
Он порвался даже. Ну, вот такие круги. Все. Круг порвался. Мужчина только что подходил, спрашивал. Спрашивал за этот. За заслонку эту, где покупали. Ой, говорит, такая классная штука. Блин, подушки только не хватает. Сейчас. Господи, как это классно! Как я люблю лето, море. Ну, наверное, все любите, да? Так что привет вам с Азовского моря. Девчонки, это так классно. Такой рай. Такой рай лежать на море. Мама дорогая, как я люблю это. Только жалко, что лето быстро проходит, отпуск тоже. Ну, в общем, как-то так. Мои купаются, вода... Хотя и волны, но вода очень такая, достаточно, ну, прохладная, но отличная, короче, для купания вообще супер. Вот так мы лежим. Нравится эта заслонка тем, что, ну, как бы, как своя территория, скажем так. Блин, девочки, моя коса не вмещается под эту кепку, и я вот это... Пытаюсь ее куда-то туда засунуть. Красота. Вон они купаются. Владик, Никанорчик и Сережа. Осталось нам еще неделька, и будем двигать дальше. Будем возвращаться, будем сидеть на карантине. Блин. Вот так. Обычно мы будем снимать до самого утра. Да, пока мы лежим, загораем, папуль, что-то там строишь. Или копаешь. Никанор, папа, что копает там за яму? Я копаю. А? Я закопаю. Закопает тебя? Я не вижу, чего. Ну, посмотрим. Тебя Влад тогда закапывал. Сейчас посмотрим, да. Папа, какую яму кто выроет. Уже закопает Никанора. А лопушка 100% лопушки. Да? Больше сил, чем у Влада. Лопушки сейчас... Самая большая медуза в этом году, самая огромная, познакомьтесь, вот она, самая крупная медуза, самая красивая медуза. Это было еще и сухим песком посыпать. Красиво. Ну что, будешь вылазить? Давай. Давай, давай, давай. Раскачивайся. Раскачивайся туда-сюда. Давай, да. Давай, давай, мой хороший, давай. Я в тебя верю. Ну, что-то силёнок маловато. Так. Попробуй без помощи. Давай. Давай, твой помощник. Не надо, не надо, он сам. Давай. Раскапывай немножко, раскапывай. Давай, брат. Давай, давай, давай. Я уже вижу твои труселя. Давай, Никанор. Давай, брат. Ты почти герой.
Давай. Все, садись теперь. Залазь, залазь, вылазь уже, все. Ну, молодец, браво! Молодец! Браво! Ну? Он устал. Зина, ты молодец. Упал с горы. Давай, иди купайся.